Давай, стой. Ну, только не глуши так. На третье. Ну, третья, вторая. Ты, короче, третью включаешь, потом вторую. Ты можешь скорость дальше держать, он тебя как бы ограничит. Все, парни, дальше продолжаем движение, продолжаем. Стоим. Чего? Включаешь, да? Я не. Вопрос сам как включаешь. Да. Она еще нестабильно работает. Только на ближние подступы к городу подойдем, вы спешиваете пехоту. Поехали. Ничего не делал? Я вообще ничего не делал. Ну это значит это глючит. Глючит, я даже не пушусь. То есть как какой-то танк глохнет, остальные также глохнут. Давай на. Отделение РСГС спешилось. Все, начинайте продвижение по городу. Танчики, подтягивайтесь также. Нихера пропаганду вести второй можно? Ну второй едь просто, прямо. Давай, так, бери на 140. На 140 пехота, бери. И танчики, поднимайся. По сам заглох? А просто еду вперед, он глох. Давай на вторую выдвигайся наверх. Сейчас он скорости еще не дает переключить. Огонь на подавление пулеметчиком, пехота начинает движение, зачищает. Давай, поехали. На второй. Блин, как будто так получше тысячу, знаешь, делаешь. Передача заглох. Ну кто хлохнет из этих? Поехали. А, походу. Не... Что-то по ним отработало. Впереди замечено противотанковое орудие, скорее всего. Ну это не хватает мощности забраться. Нет, такое не работает. Ну, на один не... нажми. Да. Ну, сейчас можешь завести и поехать? Подлов. Так, стоп. Продвигаемся вперед. Нет, поехали. Танчики, выкатывайтесь, работайте по целям. ПЗ-2, мы стоим позади как бы тройки, нам что-то уже в башню пролетело. Так, стой. А, ладно, да, поехали вперед, да. Поехали. Стой. Церкви противник на башенке противник в церкви. Блин. Вроде выбили, продолжайте стрелять по целям. Танчики, приоритет, противотанковые орудия, а также танк противника. Танк противника где-то справа, видели от него красер. Работайте по танку, ё-моё. Да невидимого. Пехота продолжает движение вдоль этих воров. На, убил кого-то. Так, а ну прокатись, подожди. Стой, я перезаряжу. На бронебойной. Давай вперед. Танк перед нами сейчас выскочит. Стой. Лови его, на 12 часов от нас. Не вижу. Где? От окопа. Вот он выползает, пионер, под яблони, прям перед нами. На, в башню. Красава, давай еще.
в нас попал. Движок выбили. Стоячий. Танк на дороге. Нам движок повредили. Выбивайте танчик сразу. Танк АБ поврежден. Тройка, КСК движется ближе к триггеру. Где-то правее возьмите КСК. Принял. 150-160 опасно. Он где-то 150 вот так. Только что с ним продуэлились. Так, иди чини танк. Понял. Возьми этот инвентарь, сзади где-нибудь станет чини. По дороге он вроде как центральный шел. Ты не можешь корпус? Нет, просто на инвентаре типа. Берешь это набор инструментов, возьми. Выходишь и где-то только выгрузить можно. Кто у нас по танкам? Взаимодействие нажимаю. А, и танк выбит. Работает. Двигло выбили. Выбили танк противника? Не знаю, попали один раз в него. Не знаем, что нет. Кто по нам? Танк КСК на связи? КСК, на танк где-то на 145 на улице. Прямо по дороге. Продолжаем движение, контакта нет. На юге от триггера находимся. Внимание, танк противника рядом с церковью. Блин, выезжает, кажется. Слышите, а у них что, пазик трофейный или это да, наш? Да. Пазик трофейный. Да, он, короче, от церкви по дороге, короче, идти, вот он как вдоль этого села. Я у него под гусеницами лежу, блин. КСК, вы можете выбить этот танк? Постараемся. Вы нас видите, наш пазик убитый? Никак нет. Он свернул на правую часть села, вот относительно нашей атаки. С запада вдоль деревни идет. Блин, где он? Тыл к вам заходит. Танк 0.45. Только что попали по нему, походу за хвост. Дэнни, живы? Это танк КСК, на выбили гусеницу. Гусеницу можете починить. Пусть мехвод чинит. Слушай, Петрович, ты можешь, короче, вот на 210, это четко отправа от танка, там домик, сарай такой, и за сараем посмотри, я выбил танк или не выбил? Хорошо. Я в него в луты уронил.
Двойка живая? Ребят, кто на рации вообще есть? Штаб на связи. Что известно по танку вражескому? Вроде катается. Стоит, выбиты. Отлично, выбили. Танк СК мы встретили. Парни, особо там не шевелитесь, держитесь рядом со своей пехотой. Иначе вас выбьют так быстро. Лес и умер.